Так, а что, убежит? Побежал Кормье. Побежал один на один. Не забить. А вот если на добивание сыграть, ну-ка, Лазушин, браво, добивание, гол, 3-0. Все-таки забить. А Кользин? Когда убегал Кормье, там уже была поднята рука арбитра. Кормье не забивает. Не забивает с добивания. Потом из-за ворот делает передачу, которая проходит между ног у Лазушина. Вот, внимание, сейчас между ног Лазушина шайба пролетает. А Кользин снова не забивает. Бросает еще раз, не забивает. И вот только потом, ну это какое, пятое добивание. Раз, бросок, два, бросок, так. Три, бросок, четыре, бросок, пять, бросок, да. Знаете что? Борис играл вчетвером, то есть на одного хоккеиста на площадке меньше.